Башкирские мелодии на морском берегу. Ансамбль песни и танцы «Мирас» завершил большое крымское турне. За две недели уфимские артисты выступили в Симферополе, Алуште, городах Белогорского района и на других сценах. Одним из самых ярких стал концерт в Государственном музыкальном театре Республики Крым на дне города Белогорска. Коллектив представил разнообразие и богатство культурного наследия народов мира, в том числе исполнил песни на языке крымских татар. И, конечно, в программу концертов вошли знаменитые вокальные и хореографические номера. Номера, которые мы видели сегодня в концертной программе, они дорогого стоят. Они показали нам, насколько вы любите свой родной край, насколько вы любите свою культуру. И я думаю, что всем крымским зрителям, в том числе и сибирским, будет приятно видеть вас еще раз у нас в гостях.